За три месяца 2016 года на территории Ульяновской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов, в которых 30 человек получили ранения. Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях с участием автобусов несоизмеримо выше в сравнении с другими категориями транспортных средств. Опыт, мастерство водителя – вещь, конечно, незаменимая, но есть еще одна составляющая безопасной езды по дорогам. Это техническое состояние пассажирского транспорта, выезжающего на линию. В течение двух недель внимание сотрудников регионального ГИБДД было сосредоточено на ульяновских автобусах. В ходе специальной оперативно-профилактической операции инспекторы пытались выявить нелегалов, неисправные машины, а также водителей, перевозящих пассажиров сверх количества предусмотренного предприятием-изготовителем транспортного средства. Перевозка стоящих пассажиров запрещена. Вы знаете об этом? Модель данного транспортного средства не предусматривает перевозку стоящих пассажиров. Знаете? Как вы это можете объяснить? У вас пассажиры стоят. В данном транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров запрещена. Имейте в виду. Попробуйте. Водитель будет привлечен к административной ответственности за перевозку пассажиров с нарушением ПДД. В том, что нарушения правил дорожного движения среди водителей автобусов и микроавтобусов по-прежнему выявляются, Андрей Чурсин видит недостатки профилактической работы инспекторов ГИБДД, несоблюдение перевозчиками режимов труда и отдыха, а также эксплуатация неисправных транспортных средств. Как правило, основными нарушениями остаются превышение скоростного режима, выпуск на линию неисправного транспорта с техническими неисправностями, не предоставление преимущества в движении пешеходов. Тем не менее, Андрей Чурсин отметил, что нарушения, хоть повторяются из года в год, но сотрудникам ГИБДД, благодаря массированным профилактическим мероприятиям, удается снижать аварийную статистику среди автобусных перевозчиков.